Мур, привет, друг, это Зверько, и сегодня я хочу подробнее разобрать действия ульты Кармиллы. Обзор по всем навыкам прикреплю ссылкой. Тезисно, ульта связывает до трех героев, где второй и третий герой получают по 50% от урона и контроля основной цели. Итак, насколько далеко срабатывает связка ультой? После ряда экспериментов с расстоянием выяснилось, что расстояние чуть менее стандартного выстрела, примерно как выстрел Роджера. Пиши в комментарии, если не знал, что у некоторых героев расстояние выстрела разное. Дальше ульта. Связывает цепью, а не раскидывается как ей удобно. Например, если стоят три героя, то надо выстрелить ультой в первого или последнего в линии для связки. Если попасть в того, что посередине, свяжет лишь двоих. Но если все цели достаточно близко, то без разницы, в какую цель кидать. Ульта перекидывается на героев, которые ближе всего к последнему звену. Первым выбирается тот, кто ближе к основной цели, потом кто ближе ко второй цели. А теперь посмотрим, какой урон и статусы передаются. Если бить кого-то в связке физуроном, другие получают физический урон, также и с магическим уроном. Более того, даже чистый урон проходит чистым. Прикинь теперь связку Кармиллу плюс Иксборг. Статусы. Антихил срабатывает по всем целям благодаря урону, но не поддерживается в дальнейшем. Пылающий жезл. Сам себя распространяет по цепи один раз, но не поддерживает горение, даже если наносить урон основной цели. Хотя количество урона мне нравится. Жезл молний. Очень себя зарекомендовал, потому что статус связки накладывается до урона молнии, и молния наносит урон троим, которые еще и делятся этим уроном. Коса коррозии, конечно, тоже передает чистый урон. Палочка гения не распространяет свой статус дальше цели, но зато, если противники попадают под первый навык Кармиллы, их магическая защита быстро снижается. Жезл Снежной Королевы также замедляет лишь тех, кто коснулся первичного заклинания. Но это все ягодки. Главное это то, что весь контроль, связанный с оглушением, переносится еще на две дополнительные цели. Подкидывание Сайбера, превращение в кота от Наны, длительное оглушение Франка, Москова и Селены. Это же стран троих человек с увеличением урона. К сожалению, это продемонстрировать не могу, потому что мне для этого нужно еще 4 человека на тестовом с мозгами и послушанием. Кстати, если у тебя есть тестовый и ты хочешь поучаствовать в тестах, напиши мне. Возможно, попадание в выпуск. Подводя итог. На мой взгляд, это очень сильный ульт, я бы сказал самый имбовый среди саппортов, и скорее всего его будут нерфить. Пиши свои впечатления от ульты Кармиллы в комментарии, подписывайся на канал и удачи, друг! Смерть, смерть,